Каждое воскресенье молодые коммунисты обучаются политической грамоте. В Омском обкоме для них работает партийное училище. Перед курсантами с лекциями уже выступили первый секретарь обкома, депутат Государственной Думы Александр Кравец, депутат Законодательного собрания Омской области Андрей Алехин. Они рассказали о своих обязанностях в законодательных органах власти, о вопросах, которые решают депутаты подобных уровней, о структуре партийной работы. Мы, левые силы, коммунисты, мы предлагаем свою альтернативу, которая позволит избежать многих проблем, которые есть сегодня в мире и на планете в целом, и выйти на уровень построения справедливого, бесклассового общества. То есть наше сегодняшнее занятие, оно посвящено вот исключительно теоретическим вопросам, но теория, как нередко говорят, она является материальной силой, когда она овладевает массами.